Привет, ребята! Сегодня я вам покажу, как мы можем сделать себе бесплатные коврики. Погнали! Сначала нам надо, чтобы это найти, мы заходим в поиск. Я вам сейчас покажу, чтобы вы его лучше нашли. Вбиваем английский, и нам вообще хватит одной фразы написать вот так вот. Вот, мы нажимаем на поиск, и вот оно у нас самое первое высветится. Я в него сейчас заходила уже, да. Давайте заходим. Начало тут можно не смотреть, оно сейчас будет начало. Мы можем просто нажать пропустить. Тут будет просто показываться красивый фон, вот такой. Пропустить вход, а он там ничего не пишется. Так, вот. Все, пойдемте. Вот у меня коврик, пойдемте, я вам покажу, как его получить. Вот тут выбираем коврики. Захватить коврик, захватить тоже коврик. Желтый тоже коврик можем взять. Можно есть вот такой еще черный. Такая у нас появляется такая табличка. Мы ее, эту табличку просто пропускаем. Желтый есть коврик. Есть такой синенький. Вот, мне нравится больше всего черный. Тут дальше вот такое есть. Это эти коврики можно получить бесплатно. Но дальше кофточки, больше их как-то не... Больше кофточек нельзя надеть, то есть их нельзя брать больше. Вот, коврики это тут бесплатно. Итак, смотрите, эти коврики могут не сразу появиться. Сейчас я вам покажу. Мы выходим из игры. Оно у меня еще не появилось. Но может оно скоро уже и появится. Вот, нажимаем. Сейчас я вам покажу эту табличку, где она будет. Вот, сюда заходим, где написано «Front». Давайте. И вот тут должны появиться у нас... Их нету пока, но скоро коврик у кого-то, может, даже и будет он. Напишите в комментариях, может, у кого-то они были. Были ли у вас эти коврики? У меня они просто еще не появились, но они должны появиться. Я сейчас посмотрела разные ролики, они должны появиться, эти коврики. Ну, я надеюсь, вам помогла, где их достать. Не забудьте подписываться на мой канал, ставить лайки. Всем пока!